Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про Шевченко арт-проєкт. В нашій студії актор та режисер театру «Віримо» Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, актор театру і кіно, закінчив Харківський університет мистецтв імені Котляревського, актор та режисер театру «Віримо», художній керівник проєкту «Шевченко арт-проєкт». Улюблена страва – суші з білим вином, хобі – малювання. Життєве кредо – роби, що маєш, і будь-що буде. Тарасе, вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Тож, Тарас Шевченко. Так. Як взагалі так сталося, що одна справа, що Шевченко – це дуже часта фамілія в Україні. Так. Але ж Тарас, чому вас назвали саме Тарас батьки? Чи питали ви в них? Пробував спрашивати на цю тему батьків, але якби вони відшучуються. Я думаю, що вони просто захотіли перевірити. Это их проект. Вот Шевченко арт-проект, это я их и проект. И решили так назвать, чтобы посмотреть, а будет ли какой-то толк из сына. Вот я отдуваюсь до сих пор. Шевченко арт-проект – це ваш авторський проект як актора і режисера, в якому Кобзар, як ви кажете, говорить мовою сучасного театру. Угу. Це так? Ми намагаємося це робити і дуже хочемо, щоб наш Кобзар був сучасним і звучав для сьогоднішнього зрителя актуально і сучасно. Тож, давайте подивимось невеличкий відеоролик з вашого проєкту. Давай. Все, готово? Да, готово. Поїхали. Два, один, поїхали. Його знають мільйони, його цитують в кожному куточку України, його пам'ятники стоять за кордоном. А сьогодні в нас сенсаційна новина. Він живий. На розпутті Кобзар сидить та на Кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами, як поет, обранець Божий, тут живе і з нами. Не в палатах високих той поет народився, а в малій хатині в Богі на світ він з'явився. Поки матуся в полі панське жито жала, в бур'янах у закуточку те дитя не спало, а тихенько на пісточку собі малювало. Все, що бачило і чуло, те дитя обране, все собі запам'ятало. Безталання кріпацьке і незламний дух козацький. Все, про що діди казали, кобзарі сліпі співали, та дитя запам'ятало. Отаке було цікаве. Хлоп'я вже підростає, його в мистецьку школу у зовсім інакше коло пан учитись посилає. І у тим литовським війні хлопець наш не наші війни, все свого не цурається і чужого навчається. Та малює, як малює, ще й тихесенько віршує. І вірші стрімким потоком ллються з нього, крок за кроком він стає міцним поетом. І вже він признан світом, в граді на брігах Ніви, всі навколо з ним на ви. Його викуплено в пана, воля є тепер бажана. Та отруйниця пошана, всі в ним бачать кріпака та поета-мужика. Геній наш іде до шинка. Тож, Тарасе, подивились один з відео, які створюєте ви саме до проєкту «Шевченко арт-проєкт». Так. Загалом, коли саме з'явилась у вас ідея саме цього проєкту? Вона з'явилась в прошлом году довгими зимніми і весенніми вечорами, сидя на карантині.
захотелось что-то сделать. И я думаю, что спасибо карантину на самом деле, потому что мы как бы его ругаем, мы как бы, естественно, им недовольны, но есть и положительные стороны. Он становится катализатором для начала, возможно, каких-то интересных задумок и проектов. Не знаю, смог бы ли я в другой ситуации начать это делать, захотел бы ли я. А вот... Чи было, был бы час? Да, был бы час, кстати, тоже вариант. Да, как бы вот эта энергия актеры и режиссеры, они ведь накапливают энергию, и им надо ее рано или поздно выплескивать и что-то делать. Поэтому вообще для актеров карантин – это страшная вещь, потому что мы привыкли играть для зрителей, мы привыкли отдавать что-то зрителю, получать, естественно, и от них взамен. А когда нет возможности напрямую это делать, то вот начинаешь искать разные способы реалізації. Тарасе, а скажіть, будь ласка, загалом Шевченко в вашому житті – як? Чи читали ви його книжки? Чи багато читали в дитинстві? Чи саме зараз, коли почали втілювати цей шевченківський проєкт, почали занурюватися в... Ну, конечно же, именно сейчас приходится, что ли, это делать, да? Ну, приходится в хорошем смысле этого слова узнавать что-то о Тарасе Григорьевиче вокруг него, узнавать его поэзию и совершенно с другой стороны открывать ее для себя, потому что, конечно же, вообще преподавание классической литературы в школе – это большая проблема. На самом деле. И это отчасти именно поэтому мне и захотелось взяться за, казалось бы, совершенно такой далекий от современного зрителя текст, как тексты Тараса Григорьевича. Вот, например, мы сейчас относительно недавно у нас была премьера в театре «Верим» портрет Гоголя, Николая, по Николаю Васильевичу Гоголю. И нам тоже было интересно, как сегодня зазвучит Гоголь. Как сегодня зазвучит Шевченко, как сегодня зазвучит, может ли зазвучать Леся Українка, например. Але ж ви показуєте ці вистави в незвичному форматі, в сучасному форматі. Стараємося бути інтересними і розмовляти язиком класика, тому що на самом деле класик-то, він завжди современник. Вот такой парадокс, но это правда. И главное найти этот ключ, как этот текст озвучить і зробити його современним для сьогоднішнього зрителя. Так, ось цей сучасний Кобзар, якого ви представляєте, який він? Опишіть його. Я думаю, що, прежде всего, в нашому варіанті він психолог. В хорошем смысле этого слова. То есть любой автор, любой художник вообще по большей части психолог. Он ведь изучает природу человека. Это его, собственно говоря, главная задача. Он, изучая свою природу, природу людей, которые вокруг него, создает свои произведения и таким образом людям о них самих что-то рассказывает, чего, может быть, они о себе сами не подозревали и не знают. Поэтому не зря второе название, скажем так, нашей истории, нашего спектакля будущего – это психіатрична клініка Кобзаря. Так, у мене це наступне якраз питання, чому саме психіатрична клініка? Потому що... І як пов'язана вона з Кобзарем? Вот я вже пытаюсь отвечати на этот вопрос. Конечно же, потому что в нашей интерпретации Тарас Григорьевич изучает и исследует природу человека, природу украинцев, в частности, потому что в его произведениях украинцы – это не только многострадальные люди, которых там угнетает пан или москаль, да, но это люди, которые, в принципе, могут друг другу, своему же односельчанину нанести какой-то урон, завидовать, оскорблять и даже убивать. У него и такие произведения есть. Поэтому это такой, знаете, психоанализ для всех нас. Скажіть, як ви залучаєте акторів та загалом колектив для створення цього проєкту? Хто ваші актори? Хто ця дівчина? Вона акторка театру? Чи вона акторка, яка ходить до студії? Чи може звичайна дніпрянка, якій хочеться просто приймати участь в вашому проєкті? Ізначально, звісно ж, ми заявляли наш проєкт як проєкт для всіх, хто хоче в ньому участвувати. Тобто люди присилали свої відеозаписи з отривками з произведення Тараса Григорьевича, я їх відсматривав, то, що мені казалось, интересным.
затем уже приглашал людей, мы с ними начинали работать. Тобто ви проводили, так би мовити, кастинг? Да, це був кастинг. Онлайн-кастинг, це був кастинг, під час карантину. Під час карантину це був кастинг онлайн, потім ми почали працювати вже вживую, потім к нам почали присоединятися студійці і актери театру «Верим». И вообще, как бы в этой ситуации можно, наверное, считать театр «Верим» настоящим партнером этого проекта, потому что мы репетируем сейчас в стенах театра «Верим», и, опять же, повторюсь, часть ребят, которые молодых актеров театра, они принимают участие вот в этой нашей истории, и мне очень приятно и радостно, что нам всем это интересно делать, и это интересно, я думаю, будет в дальнейшем и для театра «Верим» в том числе, мне так кажется. Я знаю, що ви засобами сучасного театру, як ви кажете, творите виставу «Страшні казки від Кобзаря». Це саме буде така вистава на сцені театру? Чи це ви маєте на увазі ось такі короткі відео, які з'являються на вашій сторінці у Фейсбуці? Я думаю, что в ситуации, сложившейся в данный момент, вообще в мире, не только у нас, так, конечно же, пандемией, конечно же, видеоверсия или видеовариант, вариации на темы «Страшных казок від Кобзаря» обязательно будут и должны быть. И я бы сказал, что мы уже потихоньку входим во вкус этого дела. То есть сначала это была вынужденная вещь, а сейчас со временем понимаю, что это интересная штука. Як на мене, зараз синергія усього, ось таке поєднання офлайну і онлайну, це дуже, дуже якісний формат. Так, звісно. І для залучення якомога більшої кількості глядачів. Звісно, так? Звісно, 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 да. Но ми не исключаем, естественно, играть спектакли вживую, потому что все равно настоящий театр – это, конечно же, общение актера и зрителя вживую. И в нашем варианте, я думаю, что вполне возможно, что это будет отчасти иммерсивный театр. Ну, то есть, когда, це таке? Когда зритель становится непосредственно соучастником происходящего. То есть вот по даже тому видео, которое мы сейчас увидели, можно понять, что в принципе это журналистское расследование может вестись непосредственно вместе со зрителями, входящими в пространство этой нашей психиатричной клиники Кобзаря, где уже для зрителей в разных пространствах, в разных локациях, как это сегодня принято говорить, будут разворачиваться разные истории, которые Тарас Григорьевич в свое время придумал. Подслушав, опять же, і потім воплотив посредством своїх стихів. Я знаю, що ваш арт-проєкт продовжує шукати сценічні простори для Очень страшних казок від Кобзаря. Спасибо за этот вопрос. Да, мы шукаем простір. Є у нас тут камера? Куда сказати? Ми шукаємо простір, це правда. Це так. И поэтому нам интересны самые разные неожиданные локации. То есть это вообще может быть не театральное пространство. Может быть, чем не театральнее оно будет, тем это будет интереснее, опять же, с точки зрения сверхзадачи самого проекта. То есть зритель, который, возможно, никогда бы не пришел в театр, но пришел бы, например, в кафе или в какой-нибудь, может быть, даже музей современного искусства, где бы к ним вышел Тарас Григорьевич со своими персонажами и начал бы разговаривать с ними на те темы, на которые, может быть, даже зритель не всегда хочет говорить. Вообще театр, ведь он хороший театр, он всегда провоцирует зрителя и вводит в зону дискомфорта, некомфорта. Это, как правило, кино привыкло немножечко, ну такое вот попсовое кино, оно привыкло нас немножечко убаюкивать, телевизор немножко нас убаюкивает, да, а настоящий театр, он немножко заставляет зрителя о чем-то задуматься, подумать, на себя посмотреть со стороны. И не всегда только в хорошем свете. Опять же, «Страшні казки від Кобзаря» – это означает, что то, что мы будем показывать, это может и пугать, но пугать не в смысле, что мы играем, не знаю, там спектакль в стиле «Звонок» или «Крик», да, триллер, а в смысле, что мы пытаемся, попытаемся заглянуть вовнутрь человеческого нутра, исследовать. Зацікавили. Це дуже незвичайно і неформально. А скажіть, от можливо, цей проєкт у вас з'явився, з'явилася ця ідея проєкту після того, як ви подивились на інші сучасні театри або проєкти європейські, або
інших країн світу? Конечно же, любой артист, и тем более режиссер, должен много смотреть, много читать и вообще быть в курсе того, что вокруг происходит. Тогда ты можешь как-то себя адекватно оценивать вообще в культурном просторе цивилизации человеческой. Но, помимо всего прочего, я думаю, очень важный момент – кто тебя учит. С кем ты работаешь, кто твой педагог и учитель. И в этой ситуации, я считаю, мне очень повезло и нам всем, кто работает в театре «Верим». У нас есть Владимир Евгеньевич Петренко, наш педагог, и педагог по актерскому мастерству, и педагог по режиссуре для тех, кто пытается этим заниматься. А у нас в театре несколько актеров ставят спектакли. Это не я один такой борзый. У нас есть еще две замечательные актрисы, которые тоже ставят спектакли, и с успехом эти спектакли идут у нас в репертуаре. Так вот, именно педагог, он тебя всегда очень точно направляет туда, куда надо. І от в цій ситуації, мені здається, нам дуже повезло. Дуже добре, коли так в колективі, і що є можливість вчитися на практиці. Так. Не лише за книжками, але й на сцені. А театр – це тільки практика, на самом деле. Театральна теорія, ну, да, ну, це так, здав екзамен і забув. А, звісно ж, театр – це діло практики. І ставити треба, і грати треба, не завжди виходить. Надо не отчаиваться, мне кажется, и пробовать дальше, пытаться, вдруг потом когда-нибудь получится. Я знаю, що ви також зараз намагаєтесь залучати кошти до проєкту Шевченківського і просите дніпрян, а також і не лише дніпрян, допомагати в реалізації. Угу. Яким чином можна вам допомогти? Скажіть. Ви прямо читаєте мої мислі. Це дуже приємно і здорово. Ми збираємо гроші благодаря соціальній платформі «Спільнокошт». Велика ідея. В шапке моего профиля в Инстаграме есть ссылка на «Спільнокошт», в Фейсбуке, в нашем аккаунте есть ссылки. В общем, собираем, что называется, с миру по нитке для того, чтобы максимально качественно и интересно воплотить вот опять же те идеи, о которых я уже говорил. Щоб зробити хоррор-історію про Шевченка, так? У вигляді сучасної вистави. За участю Тараса Григоровича. Я би навіть зробив таку ще небольшу замануху для зрителей, в тому смислі, що в нашому спектаклі, включая главного нашого Кобзаря, артисти і персонажі будуть петь і танцювати. Тобто це неотъемлемая составляющая цієї історії. Добре, давайте подивимось невеличкий відеоролик з вашого також архіву, який теж запрошує глядачів приєднатися до спільного кошту. Добре. Шевченко арт-проект разом з платформою громадського фінансування «Велика ідея» оголошує про збір коштів на створення майбутньої вистави. Саме зараз я натисну спеціальну кнопку. І це означатиме, що збір коштів розпочато. Не залишайтесь байдужими. Підтримайте психіатричну клініку Кобзаря. Тарасе, тож подивились цей відеоролик. А скажіть, будь ласка, от скільки людей загалом підтримали ваш проєкт і скільки приймають участь? У вас є ще інші ролики, наприклад, з вашої репетиції, там, де видно, що близько 20 людей знаходяться з вами. Так. Тобто не один, не два, не три, а вже досить багато. Розкажіть про це. Це наша дружна компанія, яка постоянно пополняється. Потому что, мне кажется, это абсолютно нормально, когда ты репетируешь, тем более, извините, на секундочку отвлекусь, хотя буду отвечать и на этот вопрос в том числе. Вообще театр, постановка спектакля и проектность, на самом деле, вещи диаметрально противоположные, потому что настоящий спектакль никогда не ставится за месяц-два, ну, принято так делать сегодня, но на самом деле настоящий спектакль, он ставится, ну, как минимум, там, полгода, а то и 9 месяцев. То его треба відпрацювати. Звісно. Но его вообще надо придумать, его надо родить. Не зря 9 месяцев, это действительно такой символический срок,
и символичный срок, да, поэтому, как правило, и примерно столько времени мы тратим у нас в театре на постановку каждого спектакля. Поэтому проектность – это немножечко такая и уловка моя в том смысле, что мы вроде бы как проект, но, с другой стороны, мы за месяц, за два не собираемся его сворачивать и вообще планируем дальше внедрять свои идеи и мысли. Вот, например, «Гоголь-портрет». Тоже, как говорится, классика, сучасную, мову сучасного театра, мне кажется, он тоже является частью, отчасти частью Шевченко-арт-проекта. И подобные произведения, подобные постановки тоже могут каким-то образом потом вливаться и коллаборироваться с нашей историей, с нашим проектом. И таким образом, это, кстати, записано, по-моему, у нас в уставе нашего проекта, назовем это так, развитие культурного пространства города. За счет вливаний, того, що долучаєте до нього звісно, інших звісно, звісно. Творчих Поэтому людей. Сейчас нас 12 плюс Кобзар, символично тоже. Вот. Но я думаю, что нас будет больше и должно быть больше. И вообще это нормально, когда в театре есть два состава. У нас, например, в этой ситуации два Кобзаря сейчас. И мне это очень нравится, это интересно, это будет, мне кажется, интересно и для зрителя, и это интересно и для исполнителей, и для меня, как для человека, который репетирует с разными кобзарями, в этом что-то Кобзари есть. Різного віку, чи ні? Возраст у нас у всех примерно одинаковый, мы все чи плануєте молоды духом. Чи плануєте залучати маленького кобзаря або більш дорослого? Вы знаете, насчет детей это очень интересная идея, потому что у Тараса Григорьевича есть произведения, в которых есть дети. Дети, как это сказать, в жанре, они мертвые дети, это убиенные девчатки и хлопчики, да, но мне кажется, что в принципе это было бы интересно, если бы участвовали дети в подобных историях. Тем более, опять же, повторюсь, у нас нет задачи демонстрировать физиологию, да, что такое напугать. Напугать можно по-разному, можно напугать и откровенными какими-то кровавыми сценами, а можно напугать психологически. Театр этим занимается. Это так, самое звісно. Главное. Давайте запросимо тих, кого ви хочете бачити в вашому колективі, який може збільшуватись, так? Можливо, творчі люди, актори. Для начала это все, кто действительно хочет и горит театром. Для тех, кому это интересно. И, конечно же, для тех, кому интересен непосредственно Тарас Григорьевич. И самое главное, из того, что мы уже показали и услышали, интересен Тарас Григорьевич в том формате и под тем углом зрения, под которым вот хотим мы его истории рассказать. То есть, если у вас есть желание, есть натхнение и бажание, будь ласка, звертайтесь, а мы там уже на месте разберемся. Так. А скажіть, будь ласка, загалом, як реагують на ваш проєкт? Можливо, були різні реакції, бо, наприклад, більш старші люди можуть сприйняти його так дуже критично. Хтось захоплюється, хтось ні. Чи були такі різні коментарі? Поки, може бути, за счет того, що в основному ми орієнтуємося на Instagram. Ну, а тобто там, цільова, правило, аудиторія, все-таки молодих людей. Да, 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 ребята помоложе, поэтому они воспринимают, мне кажется, с и настороженным интересом эту историю. Опять же, пока еще нету готового спектакля, мы не можем, это опять же, вот данность сегодняшнего времени, данность сегодняшней как бы этой проектной системы, ты еще как бы спектакль не сделал, но ты уже о нем должен рассказать и должен, возможно, ведь как, спектакль ставится и в процессе иногда меняется. То есть я изначально хочу сделать одно, а начинаем репетировать, и нас, и автор, и наша общая как это, идея и воображение выводят немножко, может, в другую сторону. Поэтому мы сейчас вам пообещаем вот так, а в результате может получиться немного по-другому. Но это не означает, что мы хотим обмануть ожидания зрителя. Мы ищем, мы пробуем. У вас творчий пуш. Да, и да. Это абсолютно нормально. И это можно наблюдать в нашем аккаунте, потому что, опять же, вот сейчас
вынуждены мы были постоянно что-то выкладывать, искать возможности снимать отрывки из репетиций. И я понимаю, что мне надо зрителей, которые за нами уже начали следить, каким-то образом постоянно их интерес чем-то подогревать, скажем так, в хорошем смысле этого слова. И то, что мы снимаем, то, что мы делаем, наш веб-комикс, который мы, вот, например, делали вместе с нашим местным композитором, который написал музыку для него, я там что-то попытался нарисовать, мы это каким-то образом смонтировали. Мне кажется, тоже такой один из вариантов воплощения Тараса Григорьевича сегодня. Реинкарнация Шевченка сегодня. Тарас, скажіть, от в нас ще залишилось небагато часу, і ви як актор та режисер театру «Віримо» можете розказати, як зараз працює театр, що нового, цікавого запропонуєте? Ну от вітає в воздухі дух наших класиків. Ми зараз в театрі «Віримо» под чутким руководством Владимира Евгеньевича Петренко делаем, хотим сделать, и думаю, сделаем обязательно пьесу «Лесі Українки». Чудово. Вот, поэтому как-то так Гоголь, Шевченко, Леся Українка, это неспроста. Це будеш теж сучасною? Звичайно, так. Пока нічого там розказувати, я взагалі не маю права, я один із учасників цього дійства, і как бы, з большим ентузіазмом і інтересом хотів би приймати участь во всьому, що там буде відбуватися. Які вистави зараз можна подивитись в театрі? Сейчас ми граємо, к сожалению, тільки на малій сцені, тому що велика сцена в зв'язку з тим, що ми орендуємо пространство дворца дітей і юношества, ми не можемо використовувати велику сцену, хоча у нас там огромне кількість спектаклів, замечательних, ярких, больших, но граємо тільки на малій. Це і хіт, можна сказати, продаж нашого театру, спектакль «Однокласники». Это и сказка «Порцеляновый кролик», который, кстати, вот и на День Святого Миколая будет, и на Рождество католическое мы его тоже играем. Это и французская комедия «Имя», и «Лесков на краю света», тоже как бы классика. И в этой ситуации совершенно неважно, у нас уживается и Николай Васильевич, и «Порцеляновый кролик», якого мы играем украинскую мову, и «Лесков», как бы российский классик, но тем не менее, все равно говорящий на какие-то общечеловеческие, важные для всех нас темы. И вот это очень важно, что театр, он объединяет талантливых людей, талантливые мысли, независимо от вероисповедания, независимо от ориентации, независимо от национальности, тем более. То есть вот это самое главное для театра, мне кажется, объединять. И зритель, ведь он приходит, зрители разные приходят, друг друга не знают, сейчас они в масках сидят, бедные. И не бачать. Театр, спектакль, он способен их объединить. Они вдруг на какой-то, на каких-то час, полтора, два, все вместе вдыхают вместе с артистами, выдыхают, замирают, смеются, аплодируют. В общем, вот это чудо театра. Дякую вам за те, що прийшли до нас до студії, розповіли про ваші цікаві проєкти. Бажаю вам натхнення та творчості. Спасибо, будемо старатися. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. До побачення!